я сегодня 16 октября 2022 года. Мы продолжаем заниматься стройкой. Воскресенье. Сегодня попробуем монтировать составляющие рамы на корпус среднего дробления, дробилку. Вот. Так что все у нас идет по плану. Только людей мобилизировали. Вот. Начал немножко колюс чуть-чуть подводить. Я думаю, что мы все это дело настроим. Вот. Всем хорошего дня. Вот. И побольше позитива. Ночью работаем, устанавливаем дробилку, это фабрика. Вот меня дома ждет ужин прекрасный. Там можно гостей, убрано. Готовлено, баня готова. Эх.